Я тебе мокрого места не оставлю. You know? Если попаду. Куда же ты ускакал? Сражайся. Чувак, у меня нон-стопом перекатываться стамин не хватит. Блин, он патроны собрать. Что ли? Чтоб быстро как-то ты обсох. Нет, что происходит? Что-то быстро он как-то отвалился. Давай, хватит уезжать. Что такое было? Угу. Да ну нет! Как? Что это было? Давай. Блин, зря я сюда залез. Кажется, у тебя проблемы, девочка.
Давай. А он что, не дамажит, пока он так? Нет. По-моему, тебе пизда, блядь. Наконец-то, ё-моё! Холодильная клетка. Холодная клетка. Мерцающая скола. Рюкзак забит. Господи, сколько траев. Я даже... Я хрен его знает. Я со счета сбился. Не, ну с нормальным FPS он, возможно, и не такой сложный. Но этого я никак не проверю. Пока что. Но вам все равно придется изучать его мувсет. Но это даже не самое главное. У него мувсет достаточно простой. Но вот... доджить его атаки, уворачиваться, это да, это не морой. Так, ну это не конец, что ли, да? Не конец DLS, походу. Что-то еще есть. Какой-то контент, что ли, или чего ли. Вход в зону объятия Раулы. То есть вы мне хотите сказать, что это не ласт, или нет, или что, или где? Слушай, натуре, походу, не, у меня тут приключений такого не было. А, ну вот, собственно. Дядька, те, кто рога наставил. Вот она. В смысле, я сородич воробья Алоэ? Дитя не нашего леса. Она одна из вас. Но в отличие от всех нас, она едина с горами. Воробью здесь не место. Если она останется, если ползучая смерть однажды все обратится в пыль. Сам ты воробей. Воробей, воробей. Какой воробей? С какого переляху я воробьем стал? Внезапно. Всю игру был кем там? Бродягой. Воробей какой-то. Че придумали? Дайте лучше колечко, который поднимает макс хп на миллион примерно. Полезнее будет. Бредни ваш слушать. Сородич воробья. Хорошо, хоть голуби меня обозвали. Это. Эй, контрольная точка. Что? Та же самая кибитка. И точка та же самая. А, только это контролька.
Так, ну это походу... Тут походу целая локация. Или нет? Ледяные просторы. Ну да. Это целая лока, поэтому я в другой серии буду проходить. Ага, пока.